Меня зовут Елена, и это мой отзыв на тренинг Павла Колесова «Психотипирование», модуль первый. В молодости я наивно полагала, что все окружающие люди думают и чувствуют так же, как и я. Но потом поняла, что многие думают и чувствуют по-разному, по-другому. Идя по жизни, я накапливала опыт общения с людьми, с разными людьми, и интуитивно выстраивала отношения. Но не понимала, почему люди ведут себя по-разному, иногда совершенно неожиданно. Ведь мы меряем людей всегда по своей линейке, приписываем свои мотивы действиям других окружающих, а люди действуют зачастую совершенно из других мотивов. Благодаря тренингу Павла Колесова «Психотипирование» я начала лучше разбираться в людях, понимать мотивы их поведения. И это помогает мне лучше понимать окружающих, принимать людей такими, какие они есть, находить общий язык, выстраивать более добрые отношения. Обучаясь в тренинге, я узнала, что всех людей условно можно поделить на психотипы, которым свойственны общие черты характера, поведения и так далее, и о том, как и почему возникают разные психотипы, какие у каждого психотипа есть особенности. И даже о том, как можно определить психотип человека по его фигуре. Этот тренинг стал для меня откровением. В первую очередь потому, что он помог мне лучше понять себя, разобраться в том, почему я имею определенные черты характера, какие у моего психотипа есть достоинства и недостатки, над чем в себе мне нужно поработать. Информации в тренинге очень много, и вся она дается доступным языком, примерами, с обсуждением. Информация уникальная и очень полезная. Эти знания, несомненно, нужны всем для лучшего понимания себя и близких, для улучшения отношений и, как результат, для улучшения жизни.